Любите порядок и гармонию во всем? Тогда смотрите наш следующий выпуск, где мы поделимся советами, как создать гармоничный интерьер в вашем доме. При выборе мебели уделите внимание ее размерам. Она не должна быть громоздкой. Выбирая обеденный стол, остановитесь на модели, не превышающую 80 сантиметров в длину. Гармонично и компактно будут смотреться круглые модели, либо варианты без острых углов. Покупая журнальный столик, уделите внимание изделиям высотой не более 40-50 сантиметров. Важно правильно не только подобрать, но и расставить мебель. Оставляйте между диваном и столиком около 50 сантиметров. В таком случае между ними будет удобно передвигаться. Одним из самых посещаемых мест в доме является ванная комната. Поэтому в первую очередь здесь стоит подумать об организации пространства. Выбирая стеклянную душевую кабину, следует помнить о хрупкости ее деталей. Поэтому транспортировку такого товара лучше доверить профессионалам. Курьерская служба известного интернет-магазина KidBuy прекрасно справляется с этой задачей. Абсолютно любой товар будет доставлен в сохранности, ведь все его курьеры проходят специальное обучение и аттестацию. Например, там можно найти угловую душевую кабину. Благодаря ей легко сохранить свободное место. При этом вы можете самостоятельно подобрать необходимую ширину изделия. Конструкция прослужит вам долгие годы. Она изготовлена из высококачественных материалов и надежна в использовании. Стенки и двери кабины из закаленного стекла обладают высокой ударопрочностью. Надежное алюминиевое покрытие рамы защитит каркас от коррозии. Душевая кабина гармонично впишется в любой современный интерьер. За счет стильного черного профиля и стеклянного корпуса изделие словно парит в воздухе. Качественная сантехника должна быть не только привлекательной, но и устойчивой. Поэтому при выборе кабины обращайте внимание на душевой поддон и его армирование. Эта модель имеет несколько режимов. Здесь можно принять тропический душ или настроить режим гидромассажа. Еще несколько советов для обустройства комфортного места. В гармоничном интерьере не должно быть слишком много вещей на виду, они лишь перегружают пространство. Вешать картины следует на 10-20 сантиметров выше мебели. Тогда они не будут загромождать комнату. Но не стоит полностью отказываться от аксессуаров. Добавьте в окружающую обстановку несколько нестандартных деталей. Яркая картина на стене, ваза, часы на полке освежат интерьер и сделают его более интересным. Не забывайте о растениях. Комнатные или искусственные цветы создадут в вашем доме атмосферу жизни и красок. Уделите внимание книжным полкам. Комбинируйте горизонтальное и вертикальное положение книг, создавая ощущение художественного беспорядка. Гармонично и изящно вместо громоздкого шкафа будет смотреться миниатюрный комод. Следуйте нашим советам, и вы всегда будете в курсе новых тенденций.